Передаем коляску нашему боевому товарищу. Служил в Сомали, получил ранение. Союз добровольцев Донбасса привез ему новую коляску. Какая-то навороченная. Хорошо, что с ней можно поиграться. На этой нельзя поиграться. Ну, баланс там попереставлять. А этой можно. Ну как? Ну, надо порегулировать, да, наверное. Под себя, да, подстроить. Ну как? Ну да, огонь. Что насчет опять? Тихо. Баланс плохо стоит. Надо его вперед подвигать. Колеса как вот тут были. Давай, наверное, ты сядешь. Большое спасибо, Александр Юрьевич, тебе на большую единицу. Союз добровольцев Донбасса, в общем, за такой классный подгон. Активочка шикарная, легкая. Дай бог походит лет 5. Спасибо большое. А что тут сказать? Ну, как бы, нужно же помогать своим людям. Это не является просто нормой. Даже не вижу, за что говорить спасибо, что вы. Мы просто стараемся работать все равно.